Сибирский МХАТ вернулся в Москву. «Красный факел» показал в столице спектакли своего художественного руководителя. «Бесы и мертвые души» прошли на сцене Театра наций. Классика в интерпретации режиссера Андрея Прикатенко вызвала большой интерес у московской публики. А театралы со стажем вспомнили, что в 50-х, именно после гастролей в столице, «Красный факел» начали сравнивать с МХАТом. Алексей Кудинов о том, как наших артистов приняли в этот раз. Так завершился первый гастрольный спектакль. «Красный факел» привез в Москву сентябрьскую премьеру «Бесы» по одноименному роману Достоевского. 3,5 часа исследования России, ее бескрайних просторов и бездонных характеров. Спектакль, авторы которого не развлекают публику, а размышляют вместе с ней. Хотелось бы думать, что театр — это все-таки про смысл, да, чтобы зрители наполнялись какой-то энергии и задумались о каких-то, не знаю, вопросах, которые, может быть, ну, как-то ускользают от их внимания в повседневной жизни. Да. Свои спектакли театр «Красный факел» сыграл на одной из главных драматических сцен столицы. Это Театр наций, художественный руководитель Евгений Миронов. Здесь новосибирские коллективы, конечно, уже бывали, но вот спектакли Андрея Прикатенко «Бесы и мертвые души» на этой сцене играют впервые. Сцена Театра наций отличается от домашней и оборудованием, и габаритами. Но привыкать к ней артисты начали до начала гастролей. У нас службы работали, узнали габариты сцены местной, показали нам план, мы его вычертили на сцене нашей и примерно поняли, как мы будем перестраивать декорацию, потому что изменились входы и выходы со сцены. В «Мертвых душах» сценография не проще бесов. Площадку задействовали на всю глубину. Свои роли играют не только артисты, но и десятки световых приборов. Вся сцена в движении. В воздухе парят десятки воланчиков. Герои все время куда-то мчатся, усиливая образ необгонимой гоголевской тройки. Хрестоматийный вопрос «Русь, куда ж несешься ты?» во все времена звучит актуально. В Уфе, когда был фестиваль малых городов, ко мне подошел, не помню с какого города, парень молодой, только что выпустившийся. Он говорит: я, говорит, не знаю почему, что со мной происходит, когда я смотрю «Мертвые души», вы со мной не заигрываете, какую-то лирику вы мне не показываете, но я сижу и весь спектакль рыдаю. «Мертвые души» покорили и столичную публику. В зале были известные режиссеры, актеры, критики. Показ спектакля прошел в День Сибири. И посмотреть постановку Андрея Прикатенко собрались те, кто хорошо знает наш регион, но не имел возможности посмотреть спектакль в Новосибирске. Впечатление у меня и потрясающее, и фантастическое, и глубокое. И я стал свидетелем действительно жизни на сцене. Способна действительно так сильно и глубоко тронуть, что я думаю, что под этим впечатлением я буду находиться довольно долгое время. Я очень рад, что Сибирь представлена в Москве. Замечательный спектакль, на мой взгляд. Прекрасная актерская игра, замечательная режиссерская работа. Вот. Надо почаще приезжать. Я надеюсь, что это только начало, и сибирские театры, и новосибирские будут чаще выступать в Москве. Приезжать к нам, теснее сотрудничать, дружить с регионом, в свою очередь, призвали и организаторы этих гастролей. Спектакли прошли в рамках празднования Дня Сибири. Культура – это то, ради чего стоит знакомиться с Новосибирском. Не зря же именно столичная публика в середине 50-х после не менее успешных гастролей прозвала «Красный факел» сибирским хатом. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС.